Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как снять наличные в банкоматах Сбербанка без карты. Сейчас, конечно, во всех телефонах, практически во всех, конечно, имеется в виду во всех новых моделях, есть бесконтактная оплата, с помощью которой вы можете оплачивать все свои товары с помощью смартфона, с помощью специального приложения, как раз-таки бесконтактной оплаты, куда можете загружать карты, которые как раз-таки также поддерживают бесконтактную оплату. Но стоит отметить, что карт, у которых не работает бесконтактная оплата, становится все меньше и меньше, потому что все выпускаемые новые карты Сбербанка, независимо от того, какая именно эта карта, дебетовая, кредитная, абсолютно все они поддерживают бесконтактную оплату. Так вот, с помощью этой бесконтактной оплаты как раз-таки можно не только расплачиваться в магазинах смартфоном, но также и снимать наличные. Но стоит отметить, что еще не все банкоматы есть, не во всех банкоматах есть такая функция. То есть, конечно, во всех крупных и более-менее крупных городах уже присутствует такая функция, но в менее каких-то больших городах, в небольших населенных пунктах стоят еще версии старых, скажем так, банкоматов, да, то есть где нет бесконтактной оплаты. Чтобы 100% быть уверенным, поддерживает бесконтактную оплату банкомат или нет, можно проверить, например, на сайте Сбербанка и, например, в Гугле как раз-таки вбить в поисковую строку «Найти банкоматы Сбербанка с бесконтактной оплатой». И как раз-таки первая ссылка вас перенесет на адреса терминалов и банкоматов, которые поддерживают бесконтактную оплату. Но, в принципе, на самом банкомате вы можете найти такое изображение, которое как раз-таки и обозначает бесконтактную оплату. Вы просто прикладываете свой телефон с вашей картой Сбербанка, и уже на банкомате, на экране банкомата, вы как раз-таки увидите, что нужно ввести ваш пин-код. Но, конечно же, не просто мы прикладываем, да, смартфон, мы сначала открываем приложение с бесконтактной оплатой. Если брать, например, iPhone, то это приложение Wallet. Выбираем нужную нам карту, открываем ее и просто прикладываем. Буквально одна секунда, и нужно будет ввести пин-код, ну и уже на банкомате все точно так же, все как обычно мы и делаем, то есть выбираем снять наличные и начинаем наличные снимать. А кто переживает за безопасность, то переживать здесь не стоит, потому что в принципе это та же самая операция, что и с картой. То есть здесь ничего не меняется, потому что в любом случае вы должны будете ввести пин-код. Здесь, конечно же, пропадает такая вероятность, что карту можно оставить. Вы забираете свой смартфон и все. То есть делается это все без карты. Ну, кстати, и карту можно прикладывать точно так же к этому значку. Но если карты нет, подойдет и смартфон. То есть разницы в этом совершенно никакой нет. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.